Сегодня в Америке Хэллоуин. Да. Посмотри. Посмотри, на каком фоне мы. Да, мы сейчас поедем на стрип и покажем вам, что такое Хэллоуин в Америке. 31 октября, вау, вечер, 9 часов вечера. Погнали? Погнали! Выход из нашего отеля. Циркус! Циркус! Все яркое, все в таких огнях. Просто неповторимая красота. Ромка делает трансляцию. Гостиница Трампа. Кстати, мы там Трамп. Ты что, за мной следишь? Да. Он за мной следит. Я решил снять, как Романыч. Как Романыч делает трансляцию в перископе. Так, как лучше, вот так или вот так? Привет из Тамбова. Привет, Тамбов. Скив. Ну, для всех, побежали. Верту. Кстати, все сделано.
все в костюмах к празднику Хэллоуин попрятались в клубах. Реально. На улице практически никого нет. Вон, бабулька-ведьма только ходит. От автомата к автомату. А тогда все народ в клубе. Сейчас мы, скорее всего, пойдем ловить всякую нечисть в клуб. Oh,
ебаная GoPro. Коза, блядь. Online, DJI.com. DJI, okay, thank you. Oh.
Thank you.
Ну, описался. Смотал, ну все, все. Вон костюм. Костюм года. Блин, мы на улице нашли и батарейка. Круто вообще, молодец, красавчик. Собственно говоря, и встречают в Америке, в Лас-Вегасе, Хэллоуин. Если честно говоря, мне это забава, не более того. Я, конечно, посмотрел сегодня такого, чего за все полтора года жизни в США не видел. Не видел мужиков, переодетых непонятно что. Они так развлекаются, они так, я понимаю, пытаются в этот день проявить что-то не такое, как обычно. Но я думаю, что не наш это, не наш это менталитет. Видишь, интересно ему, hello. Что ли? Hello! Amigo! Amigo! Yeah. GoPro! Hello from Russia! Oh, from Russia! Yeah. You from? I am from Los Angeles, California. Los Angeles, California. And... Russia World Cup 2018? 2018? Yeah. 2018! Yeah. I'm gonna be there! Wow. Thank you! Да, простые, без комплексов подходят, общаются. Вот коренной сразу видно американец из Калифорнии. Да. Я что хотел сказать, просмотрев это видео, я прекрасно понимаю, что
большинству оно не понравится. По одной простой причине: дикая для нас культура, так скажем, дикая. И все, что мы сегодня увидели, не каждому понравится. Не... Воспримите это видео просто как, и как шоу. Просто как шоу и как просто информация, как американцы отмечают Хэллоуин. Поставьте мне лайк, побольше лайков. Ну, можете в этом видео можете поставить дизлайки. Пишите свои комментарии. С вами был Олег за Бугром Лайв. Увидимся. Арестовали? А ты что, не видел, когда мы сюда шли? Это фирма маленький по скриптум. Утоптали ноги так, что у товарища мозоль появилась на таком месте. Нет, не на причинном. Сразу многие подумали, что на причинном месте. Нет, просто на том месте, на ноге, где она просто нереально не может появиться. И сейчас ползем обратно спать. Завтра на работу.